помню, в каком году, но помню, что однажды я приехал в город Хельсинки, это столица Финляндии. Я приехал туда 1 января. Шел какой-то дождь, было неприятно, и 1 января я приехал в Хельсинки. И меня поразило то, что по всему городу валялись выброшенные елки с остатками каких-то игрушек, какой-то мишуры, вот этого дождя, которым украшают елки. Весь город был их. Они уже, ну, выбросили финны елки. Ну, потому что у них Рождество в другой день, а Новый год, ну, для них это не такой серьезный праздник. Было грустно на это смотреть. А я-то помню, как долго у нас стояла елка дома, как не хотелось ее выбрасывать, как с нее уже осыпалась колючая желтоватая, ну, хвоинки вот такие колючие, желтые. А потом начинался массовый выброс елок на помойки. И тогда мы их, конечно, жгли, устраивали огромные костры. Или из более-менее, ну, не самых сухих елок делали клюшки. Хотя клюшки продавались в магазине, но мы делали такие клюшки, загибали вот так вот елки, и им было так здорово щелкать шайбу, она так сильно летела. А в Финляндии сразу, 1 января.